Всем привет, это Таня Матаня, и сегодня я покажу, как же отмывать жалюзи, не снимая их. Нам понадобятся простые две губки, лопаточка. Вот такое средство я использовала, это для разных видов ткани, он очищает пластик, кожу и другие поверхности. Универсальное такое средство. Это универсальное средство, его удобно наносить за счет того, что у него спрей и равномерно распределяется. Не нужно наводить какой-то мыльной воды, и его очень удобно снимать с поверхности. И еще я использовала пятновыводитель, потому что у меня белые жалюзи. Берем две губки. Делаем в них небольшое отверстие, не до конца. И вставляем в него вот таким образом лопатку. Делаем то же самое со второй губкой. Отверстие должно быть не очень большим, для того, чтобы лопаточка располагалась достаточно плотно. И вот такое простое приспособление поможет нам помыть жалюзи. Наносим с двух сторон спреем средство. Несколько раз проводим губкой снизу вверх, снимая средство с жалюзи. Как видите, это достаточно быстро и просто. Дальше наполните обыкновенной водой спрей и смойте оставшийся раствор с жалюзи. Промойте губки. Теперь еще раз пройдем движениями снизу вверх для того, чтобы удалить лишнюю воду. Всем пока! Надеюсь, мой совет будет вам полезен и облегчит вам мытье ваших жалюзи.